Спроби Путіна вбити клин між Києвом і Варшавою марні. Такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну. Так прокоментував заяви очільника Кремля про нібито плани Польщі окупувати Західну Україну Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ України також закцентував на заяві польських колег. Варшава повідомила, що історичні інсинуації російської влади свідчать про глибоко вкорінений ревізіонізм та імперіалізм Росії. Далі цитата. На відміну від Росії, Польща та Україна зробили висновки з історії та завжди стоятимуть разом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. З нами на зв'язку Петр Кульпа, це директор програми школи міністрів Київської школи державного управління та колишній член уряду Польщі. Вітання вам, доброго дня. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Насправді такі заяви Кремля вже нікого не дивують про те, що і хто і де є історичними землями, чи то Російської Федерації, чи то будь-якої іншої країни. Але давайте про реакцію власне польського уряду, польських урядовців, про те, що заявляє Кремль, що можливо Польща збирається відтяти в Україні якусь частину території. Як це взагалі оцінюється? Це більше серйозно сприймається, чи як повний... Нісенітниця. Так. Ну, это же чистый бред. Просто каждый говорит про себя, особенно когда говорит про других. Это жизненная правда. И просто если посмотрим на Польшу, страну, с которой добились, что один народ, да, сплоченный, одна религия, нету никаких конфликтов. Просто такие... Так, Петр Кульпа з нами на прямому зв'язку. Нагадую, зараз є технічні якісь питання. Так, повертається Петр Кульпа. Пане Петр. Це націлено на внутрішню аудиторію в Росії, якій кажеться, що всі намагаються нападати на когось, займати якісь території і так далі. На самом деле, всі... Просто бред. Но я не знаю, что можно сказать еще и изнести. Не знаю, какие аргументы. Поляки, например, видят что? Видят Западную Германию, да, которая объединилась с Восточной Германией. До сих пор не поднялись под этим ударом экономическим. Уровень интеграции между восточными и западными немцами меньше, чем между западными немцами и турками. Вот, это просто глупое мышление. Польша заинтересована сильной, благополучной Украиной, которая будет партнером равноценным в том, чтобы справляться с угрозами, которые идут от расистов из Востока. Вот все. Мы живем все в зоне созависимого выживания. Короче, наш суверенитет напрямую зависит от суверенитета Украины, от суверенитета балтийских стран. У нас мы все на одной лодке плывем. И просто поэтому этот, например, вопрос конца этой войны, входа Украины в НАТО, это чистый интерес Польши. Потому что Польша не заинтересована в том, чтобы Украина оставалась в буферной зоне. Польша заинтересована в том, чтобы Украина процветала, чтобы мы вместе создали это пространство, которое будет объединять Балтийское, Черное, Азовское моря. Это восстановить ось, да, которая была основой для наших государственности, потому что Украина, как и Польша, возникли на вертикали север-юг, а не восток-запад. То, что мы сегодня до сих пор обслуживали интересы Востока и Запада, это проявление нашего подчинения. Вот я, ну, это намного более привлекательно, намного более логично, намного более системно, чем бред, который несет Путин. Да? Вот все. Ще одна сторона, десь приблизно з тієї ж опери, з приводу заяв вже диктатора іншого Лукашенка білоруського, про те, що оцей осередок вагнерівців, який зараз знаходиться в Польщі, здатен вчинити
якісь провокації, і там називаються навіть міста. Сходити, я цитату зараз даю, сходити на екскурсію в Варшаву або в Жешу, ви це чули. До цього є вже реакція Білого Дому, про це далі. Просто от цікаво, як на це реагують також і в Польщі. Ну, ніяк не реагує. Потому что ну, есть повод, чтобы подчеркнуть, что НАТО действует, союзники и так далее, но ну, подумайте реально, ну, ну, вагнеровцы, ну, не были и Бахмута в состоянии да, занять, но ну, о чем говорим, ну давайте будем серьезны, да. Конечно, есть угроза провокации, есть угроза того, что короче, террористы могут предпринимать действия, которые ниже порога, пятой статьи НАТО. Например, представляем себе ситуацию, когда беженцы из Сирии, Ирака, да, им переламывают стену, и они, например, заходят на территорию Польши, за их спин стреляют вагнеровцы, да, по польским пограничникам. Ну вот, это вот типа угрозы. Они могут иметь большое значение политическое, потому что правительство Польши тогда было бы поставлено в ситуации, типа не защищают границ. Поэтому идет реакция, чтобы этого не допустить, чтобы решительно. Я хочу напомнить, что Польша решительно, как только началась гибридная война Лукашенко против Польши, да, сразу системное решение построить стену. Она стоит, она сейчас оборудована. Вот идет подготовка к тому, чтобы не дать провокаторам и агрессорам возможности дестабилизировать прежде всего политическую ситуацию в Польше. Білий Дім, про його реакцію. Сьогодні брифінг Карін Жан-П'єр, прес-секретарки Білого Дому. Прозвучало це запитання з приводу ймовірних провокацій з боку ПВК «Вагнер». Сказала вона так, що оскільки Польща – це НАТО, то НАТО, відповідно, буде захищати кожен дюйм цієї території. Ну, а видання ПАП кілька днів тому, польське, написало про те, що це правда, що є бригади польські, які розміщуються ближче до білоруських кордонів. Це також правда, ми розуміємо. Ну да, есть правда, потому что не надо допустить, просто идут выборы, да, через 3 месяца будут выборы в Польше, и любые провокации, которые могли бы дестабилизировать ситуацию, опасные, да, для власти, потому что, чтобы не было. Кроме того, это все сходится с общей доктриной, потому что Польша предприняла очень много усилий, очень много финансовых вложений в ту сторону, чтобы поднять уровень нашего реального, нашей реальной силы для того, чтобы поддержка Соединенных Штатов, которая необходима для того, чтобы сохранять мир и безопасность в Центральной Европе, не была значительной. Короче, чем больше сами сделаем, тем меньше американцев будет нужно для того, чтобы поддерживать мир и безопасность. Понимая это делаем, понимая, что основные вызовы Соединенных Штатов – это Дальний Восток, это Тихий океан, а для нас важно принципиально присутствие Соединенных Штатов. Это значит, что реальные гарантии после этой войны для всех стран Центральной Европы, начиная с Финляндии через Балтийские страны, Польшу, Украину, чтобы на границах стояли, кроме национальных армий каждой из этих стран, международные отряды, в которых будут вместе украинцы, поляки, литовцы, американцы и кто еще хочет, французы и так далее, гарантировать. Это важно, прежде всего, из политической точки зрения, чтобы, если будет агрессия со стороны России, тогда риск, что погибнет француз, немец, американец, будет заставлять политиков в этих странах ответственно думать про отношения с Россией, про соблюдение санкций и так далее. Потому что, еще раз, агрессия со стороны России является постоянным моментом, который всю историю. Все остальное – это только возможность. Как только накапливают ресурсы, всегда это проливается в агрессию, всегда проявляется в войну. Потому что система России построена таким образом, что нельзя допустить с точки зрения власти в Москве или в Петербурге, как раньше, чтобы у людей была нормальная жизнь.
жизнь должна быть невыносимой, чтобы не страшно было умирать. Просто, чтобы жизнь была хуже смерти. Потому что только таким образом можно всегда находить людей, готовых умирать за какие-то, за какой-то бред, который придумывают наверх. Насправді, якби ми не сприймали основні заяви Кремля, чи то як жарти, чи то як нісенітниця, чи то як певний бред, так, про що ми згадали. Але, до прикладу, Польща готується. І Польща, ну, власне, словами міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака, він напередодні підписав документ, за яким збільшується чисельність польської армії вдвічі. Це говорить про що? Що ризики є і що громадяни будуть готуватися до певних можливих, ну, не наступів, але певних можливих провокацій. Давайте так. Наскільки ця тема зараз поширена в Польщі? Це вопрос не про вопрос довгосрочної політики. Це вложення на рівні 30 мільярдів євро в рік. Це военный бюджет на уровне не 1% валового продукта, как раньше, а сейчас говорим про 4,5%. И это отвечает тренду, который касается других стран, членов НАТО в Европе. То, что, например, Германия приняла пакет на 100 миллиардов, да, короче, это значит, что Европа понимает, что без собственных ресурсов защиты становится заложником просто бандита с ядерным пистолетом, который может прийти и шантажировать европейские народы. Поэтому просто вкладываются ресурсы в то, чтобы, во-первых, повысить уровень собственного участия в ответственности за собственную безопасность. Это во-первых. И во-вторых, это для того, чтобы уменьшить силы, которые нужны для американского присутствия в Европе. Потому что есть разница между ситуацией, в которой для того, чтобы гарантировать безопасность Центральной Европы, нужно, например, 150 или 200 тысяч американских военных и ситуации, в которых нужно 5 тысяч. Правда? Чем больше сами сделаем, тем меньше будет нужно усилий со стороны Соединенных Штатов, тем более вероятно, что Соединенные Штаты будут у нас присутствовать и гарантировать нашу безопасность. Насправді, дійсно, очікувати від Росії можна абсолютно будь-чого, тому варто сподіватися, власне, на свої сили і на сили партнерів, які точно виступають на твоєму боці. Дякуємо дуже, дякуємо за коментарі. Петр Кульпа був з нами на зв'язку, директор програми школи міністрів Київської школи державного управління та колишній член уряду Польщі.